Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать. Перед тем, как показать вам видос, небольшая предыстория. Снято все было еще на старом патче 1.02. Мы решили поучиться строить. Встретились на сейф-зоне и начали свое движение. Сразу скажу, в видео не будет замесов, PvP, всего такого. Я не стал записывать, как я лутаюсь, бежал и все остальное. Что ж, приятного просмотра. Я где-то топоры скинул, возьми топорики-то. А, давай. Так, ножовку скину, потому что вот сейчас две штуки. Так, я взял, короче, три файера нам это. Там мало ли чего. Так, вот, две пачки гвоздей. Проволока, замок есть? А, это чильные камни еще. Так, а гвозди можно же открыть и застакать, да? Нет, там вроде максимальный стак в пачке. Все, готов. Сейчас я замокнусь. Вдвоем-то можно быстро построиться одному. Да, я, конечно, вообще смешной. Бородатый казах. Кстати, проработан четко вообще. Казах мой. Нет, все-таки, по-моему, казах какой-то. Прекрасный человек, красивый, зацапильный казах. Тут даже, типа, у него кровь на губе, как будто губу прикусил. Прыщи, родинки какие-то. Ну, это вообще, конечно, жестко. Сейчас затушу этот костер. Ты что, ебанутый? Что ты там делаешь? Нихуя я тут разжил. А, так слышишь, он затух, реально. Я там звук забагал еще. Короче, есть два коробка спичек, фляга, плоскогубцы, набор инструментов скорняка, горелка, точильный камень, две ножовки, патроны, прицел, швейный набор, это компас и гвозди, и градусник, так, открывашка. Я посадить, я побежу. Давай. Let's get it. Все, свалим. Блин, даже не знаю, нормальное место или нет. Посмотрим. То главное со всех сторон забором обнести периметр и хуй проникнуть. Ну сейчас посмотрим какое-нибудь место, я тебе покажу этот дом. Но только я хавку не покупал, если что. Блять, ну я думал, найдем грибов каких-нибудь. Галлюциногенных, может быть. Ну, короче, в Дейзи новая эра. Эра барыг. Собираешь, продаешь. Ну, это тоже надоест, конечно. Так, вот на тот зеленый домик давай сейчас. Я думаю, там можно. Это француз там, да? Нет, это не француз. Вот смотри, вот здесь. А это домик? Да. Вот эту всю просто застроить область. Ну, в принципе, это можно, но, блин, вот много строить. Да, но было бы нас больше, имело бы смысл, конечно. Здесь, в принципе, забор низкосуга делать. Вот, да, вот это вот застроить. И, ну, в принципе, и можно, это... можно огородить просто вот так, то есть не до конца забора, а вот здесь. Да. Закончить, принципе, и все. Нам как бы вокруг дома-то зачем ходить? Тут шикарно это. Мы стекла застроим просто и все. Так, давай, тут в доме печка вроде рабочая есть, функциональная. А, вот это да, рабочая, кстати. Все, заебись. Тут бочки, хуёчки. Вот главное вот эти окна застроить. То самое большое, которое на втором. И короче, смотри, прикол, такая фишка, если пора сам наябывался. Забор нужно строить как бы вот сейчас вот, ну. Две палочки как бы с карточкой, да. Ну, веревка. Вот ты ставишь, да, веревку, две палки. Ты, короче, вот ставишь, она перед тобой будет, да. И вот обязательно нужно, чтобы как бы на тебя смотрела, как бы вот это вот. Ты вот поставил, да, вот это самое. Строить бум, я тебе там, ну, подробнее объясню. Угу. Потому что можно наизнанку забор построить, это пиздец, он как бы не редится, только с внешней стороны, короче. А у нас, кстати, и генератор уже есть тут. Тут еще, кстати, доски спавнятся, бывает. Надо его потрогать просто. Так, смотри, я пошел, короче, резать тряпки, чтобы сделать веревку. Ну, я примерно представляю, про что ты. Ну да, но главное, чтобы просто не наизнанку забор стоял. Mm-hmm. Бля, ты что, за деревья опять бегать? Просто я не знаю насчет этого мода, вот ты говоришь, чтобы строиться где угодно. Позволяет как вот максимально близко к текстурам ставить забор. То есть мы сможем четко застроить окна прям, да?
Да. Сделать веревку. Погнали. У нас тут зомби в текстуру забежал. Зомби в текстуру. Так. Мы его убьем. А вот это-то? Сейчас я ему лопатой ебану. А нет. Не получилось. Больно, да? Больно, да? Больно, да? Ой, блять. Минус глушак. Сейчас побегу твой, друзья. Так, кто убил? Детка звали. Что за хуйня? Да почему они меня поставят здесь? Тут могу, блядь. Вот посмотрите, что-то не ставятся, блядь. Такими... А, сюда, нихуя себе. Да. Я правильно ставлю, да? Да, да, конечно, правильно. Это, сука, понятно. Ориентир, короче, есть этот. Ну, наша она яркая становится светиться, как, ну... Ну, да. Ну, я не могу посмотреть, что за хуйня? Что ты можешь, я нет? Да что, дай мне свою эту хуйню, я проверю, может, я неправильно... Сука, а, блядь, нет, у меня эта мода не включала. Бля, понятно, я вот хотел про это сказать, кстати. Сейчас я перезайду и добавлю. Чё, я тогда начну рубить где-то? Да, давай. Только не возле этого, не возле базы. Да, подальше. Вот начну с этого, с маленького. Блядь, я такой, это хочу уже сказать, что не получается что-то. Стою с ножовкой. Думаю, что-то дерево у меня, блядь, не пилится. Конечно. Так, раскинуть мозгами, так и в жизни хуй ты, блядь, видишь. Да, ножовка этого металла, зависит, конечно, перепаление. Блин, надо было дальше это посмотреть, может, есть место... Может, есть место получше? Ну, в этом поселке. Ну, здесь просто как бы и озеро-то недалеко, мало ли. Ну, да, ну и как бы отшиб такой. И домик еще так находится, если вот идти по поселку, ну, по этой деревне, ну, он так... спрятан немножко за заборами. А, бревно надо вкопать, по-моему, да? Потом еще одно. Ложишь сначала раз бревно в этот, в эти доски, да, там. Веревка, ну, где-то поставил, где-то основу забора. Два это ложишь, потом вкапываешь их, а потом накидываешь. Да, я вспомнил. Надо было хоть, не знаю, хоть какую-то палатку, что ли, купить. Да, с такого дерева под это одно бревно все. А тут, короче, какой-то баг, два бревна падали. Да у меня такой вообще персонаж чисто, блядь, дровосек, такой бородатый казах. Такой чисто, блядь, чисто лесной такой дядя. Ёб твою мать, просто, блядь. Мужик. Мужик, да, настоящий такой мужик, такой с бревном, такой, ля. Прямо вообще. Просто он сейчас в стойке Ван Дамма в меню. Так здесь, кстати, и колонка есть, и озеро есть. Зеленая гора рядом. По сути, военки тут недалеко. Так шикарное место, находишь посередине всего. Блять, зомби ебаный. У нас в доме зомби будет жить. Там бабка еще идет. Пиздец, они прям мигрируют там, вот чисто на цепальность. Ты мне забыл 26 градусов, ты не сдохнешь. Хераси, уже 8 часов. Охуеть, как так день пролетает. Да быстро пролетает, особенно когда у тебя выходные тут кончают. Так, прожектор. У нас теперь есть прожектор, короче. Так, сейчас досок не делаю. Принесу-ка я его в дом. Пусть он у нас будет в доме. 50 рублей 15 досок стоит. Реально бред, блядь, одно бревно с деревом. Что, ебанулись? Ну так, по сути, подсадкой можно в любую базу залезть, на самом деле. Тут за твою дичь банят. Заебись тогда? Но... Заебись! Четко. Это охуенно. Так, ну я встал на доски. А, доски уже просто в заборе. Да, я их уже положил. У меня док. Блин, какой же этот мод охуенный. Ну да, это круто сделали. Блин, и без него тут на контрасте играл, как бы, когда его убрали, это жопа просто. Дефолтное строительство, ну, вообще не реализовано никак, просто сука криво. Просто вешайся. 6. Так. А сколько надо максимум? Вот там, может, начинается расстроить, там вот показано. Вроде около 15, это на полностью, на каркас и на нижнюю часть. Блин, я надеюсь, что все сохранить. Да, сохранится, проверено. Тут знаешь, сколько стак? 99 этих гвоздей. Это уже моя, получается, на этом сервере третья база.
Или четвертая, нет, четвертая. Где остальные? А почему мы не живем в твоих базах старых? А хуйня там, неудачные места, неудачные эти решения. Я туда сваливал, потому что мне там не нравилось. Дичь получалась. О, прикольно получается. Зомби пропадет. Блин, классно. Ой, я разобрал! Блядь, долбоёб, что ли? Сказочный долбоёб. Ну там не свик-то штраф. Да тут такой забор-то сам по себе шутёвый. Через него можно смотреть до третьего лица. То есть тут будет видно всю нашу базу. Ой, да и хуй с ним, чё они. Вот сука, мне ни разу, блядь, не везло, хоть бы раз заправнились доски, чтобы не нужно было их пилить, блядь. Вот они здесь стоят под брезентом-то, чё их нельзя взять, чё за хуйня? Ну хуй знает. Да тут надо тачку, чтоб вот прямо их найти, на тачку, на тачке доехал. Ну, я знаю, что стопудово есть где-то в Синестоке, вот там прям стопудняк можно найти. Так, максимальный стак досок сколько получается? 10, да? Да, вот, да. Или 12. Охуеть, тут зомби. Пиздец, мечтай. Ой, блядь. А вон я тебя вижу, нихуя за тобой бегу. Да отъебитесь, лопата есть. Там лопата есть сейчас. Так, у меня это есть лопата там. Ну, мало ли понравится. Ничего ты. Нифига ты, блядь, даешь. Охуеть. Я тупо меня вёрт. Чё это хлопает? Пиздец их, блядь. Заходи, заходи. О, блядь! Чё, может, перестреляем, да и всё? Подожди, пиздец. Сейчас, починю себя. Да я сам тоже подошьюсь. Охуеть, они. Блин, нам надо хотя бы бочку одну, чтобы что-то можно было сложить. Надо вот притащить вот эту бочку. Вот стрелять начнешь, тут еще больше прибежит. Да. Да. Сейчас, я думаю, зарубим потихоньку их. У тебя тряпки есть? У тебя бинтов нету? Есть, 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 конечно, есть. Сейчас. Да, рюкзак, кстати, коцан. Офигеть, он у меня сейчас чуть без сознанки не положил. Все, ты убил его? Да. Яблоки вот всегда, в каждом патче, блин, вручат. Я какую-то платформу построил. Кто построил? Зря ты ее построил. Я не знал. Че, разбирать ее или оставить? Ну, дальше забор строится, то строй дальше. Верхнюю-то можно построить. Вот. А если я разберу, то оно не останется, да? Ну, там со штрафом, да? Сука. А потом можно лестницу построить рядышком, будет подниматься. Так, ну все, заборчик готов. Так, это он два брена поставил. Тут еще одна доска осталась. Тут застраивать. Там надо ворота делать, получается. И вот здесь еще надо будет забетонировать. Ну вот, красивый, аккуратный. С твоей стороны. И с моей такой. Да, надо было... Да нет, нормально, ровно, в принципе. Ну тут от третьего лица, конечно, вот я смотрю, я вижу тебя, я вижу вообще абсолютно все, что здесь есть. Ну, по-другому-то никак. И тут, мне кажется, даже можно при большом желании в соло перепрыгнуть. Вот эти вот ограждения, эти вот насыпные-то. Ну-ну. Не пиздец, какие имбовые, блин. И зачем их вели, блин, что, проедили, что ли? Просто так. Их вели, чтобы, ну, красиво это, смотрелось база и всё. Как на это, на арте то, блин. Блин, а мы не можем забор построить на заборе, да? Ну, там ещё посмотреть, может, это самое. Я вот смотрел, я вот сейчас попробую, может, получится. Нет, походу никак.
Так, я начинаю пока обстраивать тут. Нет, вроде можно, кстати. Если приловчиться. Не, слушай. Можно? А вообще-то, вот если этот блок поставить, ограждение, то, мне кажется, можно попробовать. Ну, на блок надо вставать, крутить забор. Сейчас попробую, может, получится. Да, можно. Так, сначала го периметр зашьем полностью. Да. Не, я чисто попробую, получится или нет. Ну да, но строится на самом деле. Тут надо вдвоем, мне кажется, пытаться. Да? А где будем въезд делать? Въезд, думаю, построим вот здесь вот. Сзади, я думаю? Да, вот здесь вот. Здесь. Ну, блядь, в гору, конечно, подниматься. Нет, слышь, вот здесь как бы, ну, дом объезжаешь, как бы заезжаешь здесь. Как бы, думаю, что вот здесь вот объехал и заехал. Там какой-то чувак забежал. Хеллоу. Здорово. Ты русский? Да. Посмотри. Напугал. Ходил, увидел свет, как-то я решил пить. А ты один? Да. Это ты на машине-то был, да? Да, в этом... Зеленой горке. Что? На зеленой горке. Ты на машине был? Да. Ну вот это я. На бред. Так, ты только не говоришь, что мы тут расстраиваем базу. Вам что-нибудь надо? Нет, не нужно. Че, рассвет уже? Да. Пойдем строить потихоньку. Да, подожди, пусть он свалится еще. Ну да, да. Блять. Сука. Ты не прихуел ли? Пулю пустить в голову. Да мне кажется, он заметил, что мы строимся, потому что уже рассвет как бы спалил. Пошли делать это самое. Чувак, выпусти. Пусть сидит, хуй с ним. Бля, если он нас убьет, я, блядь, приду обратно и голыми руками расчленю его и приду к нему домой еще. Ну пешком. Он где-то база, наверное, есть. А вот нахуя вот это вот забегать? Зачем вот это вот забегать? Нахуя? Не знаю, что. Ладно бы начал стрелять, я бы понял, что он пришел убивать, а так, типа, зачем? Чтобы просто посидеть с пацанами, попиздеть. Наверное. А вы тут базу строите? Да. Блять, я видел. Окей. А что это, поблизости базы, что ли? Да не, база у меня далеко, она скорее ближе к руку. Бля, кровь. Да сука! Бля, ебать их дохуя! Путешествие, блядь. Да иди нахуй, чё не бьёшься-то, блядь? Я пойду в магаз. Блять, еще один. А он хуярит с этого, с крупнокалиберного, конечно, блядь, уже всех сюда собирает. Нахуя вот он это делает, блядь? Похуй, его сейчас там трахнуть, блядь. Да и хуй на него, блядь. Хоть подлутаемся. Мы все заруинили, блядь. Нахуя вот он драконил, блядь, один зомби был, нахуя стрелять-то, блядь? Бля, знаешь, я что нашел? Лонгхорн. Чё за дичь? Лонгхорн, помнишь? На который прицел вешается и который стреляет патронами от винчестера, блядь. У меня даже есть понял. На него патроны, прикинь. Понял, у меня тоже вот 6 штук нашел только что. Охуеть, вот это находка. 100 лет не видел его. Надо было, наверное, сначала застраивать стекла, так бы он, может, и не спалил нас. Но дым выдает, конечно, нынче. Да похуй, замок только поставим, сколько, ну, не забраться ему будет. Если он целенаправленно не приедет сюда заползать. Мне кажется, мы ему не сильно сдались. Чё с нас взять? Мы, блядь, бичи два, нахуй. Хули, я вообще казах, что с меня взять? А, не наша. Тут рядом еще постройка база есть, так что там аккуратнее ходи, там убивают. Может, у него нет тачки-то, кстати? У него есть. Так давай съездим за досками-то с ним, напросимся. Слышь, ты не знаешь, где эти стаки досок спавнятся? Не видел? Нет? Да, вроде бы такие есть домики, как бы там только 4 шестая и крыша, и там вроде бы есть электрозаводки такие на побережье.
Ну ты не знаю, да, делать сейчас за 90%. Все конкретно, а не папа. Печально. Да, было бы шикарно, если ты привез бы досок. Мы это, поможем, если что, там, заправим его. Бля, опять меня покосали, ёбаный рот, мои пиздатые шмотки. Та же хуйня, блядь. Мой, сука, топ-лук 2019, нахуй. Положи две ключи проволоки, вот в этом маленьком доме. А, окей, спасибо. Спасибо. Понял, понял. Я пойду чинить машину и дальше поеду. Да, 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 давай, окей. Так, а здесь ты хочешь вот до сарайчика, да? И от сарайчика до дома? Я тогда здесь буду ставить. От сарайчика до дома вот здесь. Да, так чисто в сарайчик углублю, чтобы это нельзя было к нам пропустить. Так, сейчас посмотрим. Вот ты не спрашивал, что у него с тачкой? А, хуй знает. Не спрашивал. Прикольно, когда этот чувак-то молодой, как бы, видишь, тут друзья, видите ли, ему нужны, так это самое, можно его это подоить пока. Я не думаю, что он школьник. Не школьник, он, наверное, лет 15-16. Мне кажется, 16 лет ему. Ну, вот это да. Ну ладно, блядь, пусть помогает пока. А потом мы это, мы потом нахуй его пошлем просто, и все, пускай они тут рейдят нас. А мы будем убиваться. Кодовый замок поставим, и все, ничего. Уже не зайти будут. А прикинь, он тут бегал, химсвет выбросил, этот челик. А вон он на машине сейчас едет. Он бежал с химсветом, увидел у нас свет в доме, наверное, и бросил. Вот, сука, тут бревна прям готовы лежат. Почему нельзя здесь делать ничего? Ну да. Прям лесопилка реально. О, он приехал. Чувак. Чувак. Вам доски или металлические листы везти? Доски, доски, доски. Ну и то, это можно, в принципе, но в основном лучше доски. Все, окей. Он издевается, а? Окей, тоже так гума, нахуй он это спрашивает, бля, понятно, что доски нужны. Спасибо за доски. Охотина там привез, так, конечно. Ну я тут в заборы, которые ты делал, доски буду ложить. Да, заебись, у него тачка. Вся деревянная стена. А вы видели ту башню рядом с промзоной, которая находится? Да, 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 тебе про это базовое место я говорил. Не, у вас прям есть вот в той стороне сарай, там тоже за... Амбар строен. Да, там сарай, база есть, там белый сарай стоит, большой. Понятно. Нет, про это не в курсе. Ну это вообще, Димон, с тобой соседями окружены, пиздец. Сверху соседи, снизу соседи, там вот чуть ниже там вот там бар стоит, этот камень. Бля, запутался. Ты с черным рюкзаком, да? С черным, да. Все, окей, окей. Все, я смотрю, кто-то строит, думаю, может это он строит, там что-то уже. Сейчас все забацаем. Блин, а... Ой, а че у меня? Титры пошли. У меня игра кончилась. Игру прошел, блять, на 100%, нахуй. Титры пошли, блядь. Да я нажал эти кредиты, блядь, случайно. Ой, блядь, я чихну. Ой, блядь. Ой, блядь. Будь здоров. Ой, спасибо. Мне кажется, у нас не палевная база. Вот если бы не ночь, этот бы чел не спалил, даже мимо бы прошел, мне кажется. А, ты все застроил, да, зашибись. Так, доски тогда сюда кидаю. Да, сейчас на бревна. Да, я понял. Я пошел тогда за бревном. 4 бревна и тупо периметр закончил. Да какой-то странный этот тип вообще, блядь. Какую-то хуйню нахуй это он носит, блядь. Кто пошел, нарвался на кто, вопросы какие-то, блядь, что взять, говна или пожрать? Не, если он хоть пожрать, блядь. Не говна же на палке, блядь, принести пацанам. Видишь, он один играет. Одному-то скучно. Тут дяденьки играют. Блять, я бы не стал с дяденьками играть. Честное слово, бля, я лучше бы один, чем с дяденьками, с двумя в 15 лет, блять, играть. Ну это ты, а он, видишь, без дяденек не может. Блять, какой, а? Ну извращенец, сразу понятно, извращуга маленький. А сейчас же поколение другое, это мы там, да, нам раньше говорили, с дяденьками там не играй. С
со взрослыми. А тут видишь как? Наоборот, все. Да. Есть. Бля, я не хочу с ним играть, вообще не хочу тебя. Ща, он свалит же. Он мне не нравится. Он какой-то, блядь. Он мутный тип вообще. Опасный. А он не опасный, он мутный нахуй. Мне кажется, он заебет меня, я ему в голову выстрелю случайно. Я понимаю, что он тут нам помогает, но мне не нравится. Мы же не сказали ему, что он будет типа с нами. Правильно? Mm-hmm. Не сказали. Все тогда, блядь, не ебет. Okay. Это он нам помогает на добровольной основе, так сказать. Естественно. Потому что он хочет нам помочь, а не потому, что он хочет с нами, блядь, базу строить. Так, ну начнем первый этаж закрывать. Тогда. О, кепка. У меня как раз нет ничего на башке. Что-то накину. Так, а я же могу прямо вот в текстуре, да, сделать? Можешь. Кусок забагуется. Я надеюсь, не забагуется. О, ля, как он чешет. Такая нива заползла, блядь. Вчера у него там лоурайдер подвеска. Не, реально, чувак покупает за свои бабки для нас доски и возит их. Вот вряд ли бы такого найти, блядь. Это, мне кажется, это золотая жила для нас, серьезно. Ну, типа, я бы не стал двум челам возить бесплатно, ну, за свои бабки доски покупать и возить для них. Причем он даже, ну, не претендует особо на жилье, правильно? Правильно, да, что претендовал. Но зачем он это делает? Вот разрабы, как обычно, вот не могли они в заборе сделать такой, ну, обычный вход, блядь, не ворота, а вход, блядь. Дверку обычно. Пиздато было бы. Во, окошки залеплены теперь. Да. Во. Вот реально красиво получилось. И сейчас еще окошко будем. Так, я коды выставлю. А, вот все-таки вылезло немножко с забора. Я думал, что будет все внутри, и только окошки будет видно, что застроено. А то, что вот здесь стена нет. Ну, блядь, ну ладно. Там главное, чтобы топорик не было, не подцепитесь.